на конкурс «Дети читают стихи». Алексей Мешин, 16 лет, Волгоград. Сергей Есенин, «Песни, песни, о чем вы кричите?» «Песни, песни, о чем вы кричите? Или вам нечего больше дать? Голубого покоя нити я учусь в мои кудри вплетать. Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанию у звезд учусь, хорошо я вняком при дороге сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному, избирать на дороге колосья в нищалую душу суму. Но равнинная синь не лечит, песни, песни ль вас не стряхнуть? Золотистый метелкой вечер расчищает мой ровный путь. И так радостен мне над пущей замирающий ветре крик. Будь же холоден ты, живущий, как осеннее золото лик.